Что касается все-таки этого спектакля «Женя», я вернусь к нему, потому что в нем соединилось много-много очень важного. Но то, что он заряжен мотором весны, и это есть даже, сейчас я вам скажу, смотрите, какие стихи. «Я шатаюсь в толкучке столичной над весенней апрельской водой, возмутительно нелогичный, непростительно молодой. Занимаю трамвай исхода, увлеченно кому-то лгу, и бегу я сам за собой, и догнать себя не могу». Вот это откровение, удивление. Видите, операторы улыбаются. Значит, и зрителям, я думаю, это здорово. Было бы у меня время, я бы вам сейчас только и читал, а вы бы смеялись и радовались. Но там есть много грустного. Соединение в спектакле гражданской лирики, печальной лирики, лирики потерь. Вот, например, молодежные самоубийства. Вот тема, которая Евгения Евтушенко, как вы знаете, очень сильно волновала. И он создал потрясающее стихотворение «Две девочки стоят у края крыши». И оно звучит. Также как знаменитое и очень сильное стихотворение «Потеряла Россия в России Россию». А рядом с этим счастливые узоры молодежной оттяжки. Оттягивается публика прекрасно, и счастливые ребята молодые, они умеют трансформироваться. У них школа хорошая, вот у этой молодежи. Я очень рад. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».